Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Эйден, откуда столько грубости? Радуйся, что жив. Мы же были друзьями. Тебя не узнать. Заделался крутым хакером. Даже слышал, мстителем стал. Ты что-то ляпнул про второго хакера в Мерло. Но мы и так знали, что там кто-то был. Что тебе известно? А, любопытно, да? Что ж, встретимся, обсудим. Говори. О встрече подумаю. Не-не, условия диктую я. Да и последняя беседа не задалась. Буду рад встрече. Не томи. В общем, всем привет, с вами, как всегда, я Дезертир, и надеюсь, вы поняли, что это еще одна серия прохождения Watch Dogs. Ну а мы тем временем сейчас найдем себе машину, я думаю, вот этот... Что мы взять? Давайте джип. У него все-таки получше управляемость. Нам надо недалеко довольно-таки ехать, поэтому... Вполне себе пригодится. Ехать на мостик, кстати, вниз надо. Держись, малыш. Хорошо. Берем с вами камеру от лица водителя и, соответственно, поставим ее на нормальный режим. Ладно, я не буду тратить себя на... копеечные денежки. Так что, ну, туда вообще пробраться. Так. Серьезно? Окей, прыгаем. Какой же ты кривой. Вообще, по идее, он должен был упасть в воду. Но я на это надеялся. Ладно. Ну а на самом деле, мы, думаю, сейчас придем туда, куда надо. Даже нас, скажем так, подвели еще ближе. Что-то не так? Поэтому все просто отлично. Пардон. Ага. Пардон, пардон. Мюсье, мадам. Так, воруем денежку. Еще. Ну, неплохо погодился. Так. Упс. Да я не хотел. Ладно, давайте возьмем. Что за черт? О, я ограбил. Окей. Я не хотел этого делать. Надо торопиться. Демен слишком гордый. Это полезно. Разведу его на инфу. И свалю. Иначе все. Встряну по уши. Ты где? Лучше тебе этого не знать. Сам найду всю инфу. Хрен с тобой, золотая рыбка. От тебя одни проблемы. Пока-пока. Сдаешься, Эйден? Хм. Не хочешь угадать, где я? Давай пришлю подсказку. Найди телек, увидишь. Дом Ники? Что ты задумал? Приезжай быстрее, Лапуля. Сестренке нужна помощь. Дэмиан! Ах ты ж мать твоя. Скотина. Твою мать. Вот Дэд, и я про то. Что ты творишь? Так, надо спасать сестру. Эй, денежки. Живые денежки, стоять. Вот так-то будет лучше. Лишние 5000 не бывают. Ладно, а теперь надо реально бежать, потому что сестренка в опасности, и надо ее спасти, ведь так, ребята? Все-таки денежки важнее. 360 баксов, да вы издеваетесь. Давай денежки, сколько? 400. Да копейки вообще, зачем вы столько денег у себя носите? Так, ладно. Ну что ж, едем к сестре. Опасности, и это плохо. Надеюсь, что мы успеем вовремя и мешаем этому козлу.
Так, куда исчез грузовик? Я только что здесь видел. Вот рот. Знает, что я дорожу своей семьей. Зачем ему Ники? Убивать не станет. Скорее, я его грохну. И он в курсе. Брэнкс хочет, чтобы я сдался. Стал работать на него. Помог найти тех, кто нас нагрел. К черту. Покончу с этим. Физика здесь просто убойная. Не устаю это повторять. Ладно, мы почти доехали до цели. Нужно всего-то открыть ворота. Да, ворота открыть. Все. Держитесь там. Я скоро. Всего 6 лет. Грустно. Где они? И ради чего? Все впустую. Знаешь, очень странно, когда кто-то вроде тебя окружает тебя кучей хрупких вещей. Ты слабеешь. Где? Ну нет, так не пойдет. Лучше тебе ответить. Да. Ники, где ты? Ники! Включи мозг. Лишний шаг, и она труп. Пойми, я сам не хотел. Но так уж получилось. Послушал бы меня, все было бы в порядке. Скажи мне, где они? Они? Там только Ники. Мальчишка. Черт знает, Дим. Так, вот что ты сделаешь. Тут засветился Харт. Помнишь про второго хакера? След приведет к его компу. Найди. И узнаешь, кто натравил его на нас. А если честно? Вопросы задаю я. Притащи мне Харт и точка. Это будет плата за Ники. И давай без глупостей, Эйден. Держи меня в курсе. Тогда сможешь говорить с сестрой. Ты мне, я тебе. Это я тебе припомню. Да-да, не зарывайся. Я запросто ее убью, если что. До связи, партнер. Где же Джекс? Дэмиан его не нашел. Может, планшет при нем? Нашел. В надземке. Черт, его преследует. Так, благо он рядом. Дэмиан не должен найти Джекса. Надо его спасти. Так, я справлюсь. Найду Джекса и... Ники. Черт. Ники у него. Так, ну хоть малыша-то мы должны спасти. Вовремя не успеем. Как на поезд? Тогда Джексон сможет от них скрыться. Вариант. Держись, малыш. Поезд уходит, блин! На следующую станцию. Живо, живо! Так, езжайте-ка, ребят, езжайте. Ну вот, минус один. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. По мне-то стрелять зачем? Ну, ладно, нейтрализовать устранителей. Звонят. Эй! Нам бы помощь не помешала! Да! Сомкни с дороги! Давай! Главное нейтрализовать вот эту машину. Мы прикроем!
желательно это сделать через Кью. Врежься в него! Врезался. Догоняйте сами! Просто, мать ваша, гениальная. Так, ладно. С остальными надо сделать примерно то же самое. Ребят, больно до хрена стало. Так не получится. Вот дерьмо! Стой! Так. Просто аккуратно уезжаем таким образом, чтобы все было хорошо. Сделайте еще круг! Черт, он ушел! Они должны меня потерять. Но выбора у меня сейчас нет, поэтому просто теряемся и все. Ну. Ладно, парни. Всем отбой. Отлично. Машину бы, конечно, сменить. Ну да ладно. Хотя. Там вроде неплохая точилка есть. Так, парни, вы ничего не видели. Это моя машина, я сажусь в нее и отвяжитесь. Так. Так. Что будем делать дальше? Дальше мы едем к нашему племяшке. По крайней мере, насколько я понимаю, суть истории. И затор на дороге. Вашу мать, хрена всегда заторы на дороге. Стоп. Знаешь, что слышно? Отстань, мне деньги нужны были. Так, сесть в поезд. Нужно просто сесть в поезд. Че, ну ты же меня знаешь. Я по заднему. Джекс. Не бойся. Тише, я с тобой. Послушай, это важно. Те люди что-нибудь говорили? Ответь мне, Джекс. Ладно, найдем твою маму. Ну же. Доктор Мэнда слушает. Алло, Йоланда. Это Эйден Пирс, брат Ники. Что-то случилось? С вами можно будет встретиться. Мы с Джексом уже в поезде. Так, знаете, где надо выходить? Да. Ничего не бойся, ладно? Они это сказали? Понятно, Джекс. Супер. Скажите, в чем дело? Где Ники? Тяжелый период. Она решилась выбросить вещи Лены, думаю. Она, наконец, прощается. И как она? Плохо. Пусть позвонит. Она попросила меня. Вы сможете пару дней присмотреть за Джексом? Мы заплатим. Конечно. Сделаю, что смогу. Отлично, спасибо. Нике нужно время. Переболеть, так сказать. Сложно, но мы справимся. Да? Идем, малыш. Побезобразничаем с тобой. Идем. Пока. Ладно. Вот так. Не могу ни о чем думать.
крышу. Я умудрился спокойно выжить только что и не попасть под поезд. Но на самом деле здесь было легко чуть не попасть под поезд, потому что он останавливался, поэтому без разницы. Так, ладно, ну а если серьезно, то мы перебегаем через шоссе, это вполне нормально для этого города. Просто великота в очереди на пересадку. Что, простите? Ладно, я хотел своровать у тебя тачку, но не буду. А вот у садомазохиста можно. Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Груз прибыл из Европы, но неизвестно, как он попал в страну. Скорее всего, это часть масштабной схемы. Детали не ясны. И все? По идее, это где-то вот тут говорили. Ну ладно. Chicago News. Надо будет получше следить. Надеюсь, вам, кстати, было слышно, что они там говорили. Сейчас поим, посмотрим. Собственно говоря. Что у нас есть поблизости из интересных вещей? Ну, там, по-моему, есть вышка, и, наверное, на вышке будет смысл закончить. Найду дорогу, не боись. Включаем телефончик, он нам сейчас не нужен. Вот вышечка. Так, я думаю. И мы не пролезаем. Окей, мы не пролезаем. Так. Куда-то сюда. Оба, вот и погрузчик, куда нам надо. Так, отличненько. Забрались сюда-сюда и нам наверх, видимо. Вообще, надо найти камеры. Надо бы. Вон там есть камера, но почему-то я не могу к ней подрубиться. Видимо, я зря так резко спрыгнул, это было как-то неправильно. Ладно. Сейчас мы CTS здесь взломаем. Так, а вон камера. Так, ну, подключайся ты к ней. Так, и открыть. CTS. Как-то даже легковато я обоим сказал. Даже очень легко. Взломано! Теперь нам доступна куча всякой фигни, полезной фигни причем. И это хорошо. Район разблокирован. Открыть карту мира? Нет, мне карта мира не интересна, поэтому... Все останется так, как есть пока что. А нам надо выбираться через погрузчик. И вон в ту сторону. Отличненько. Все просто великолепно. Берем первую попавшуюся тачку. И уезжаем на ней. Что там за контракт? Куда прёт? Что? Пристрелил бы, ну ладно, я не засвечиваюсь. Так. 5000, отлично. Ну а теперь все эти... Да я... Все эти деньги мы можем снять. И посмотрим, сколько у нас там накапало бабок. 28500. Ничего себе тогда. Крупной суммой. О, выписан рецепт на марихуану. Эх ты. Какие разные люди у нас в этом городе. Ладно. Я думаю, что стоит что-нибудь сделать полезное или интересное, но пока я не придумал, что именно. Пока я не придумал, что именно может быть интересного в этом городе. А на миссию мне... Пока не особо охота переть. Скорее всего, на миссию я поеду в следующей миссии. Вот, в следующей серии. Что вот так?
Ладно. В общем, всем, ребятки, спасибо. С вами был как всегда я, Дезертир. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Если кому понравилось, у меня будет к вам небольшая просьба. Особенно тем, кто досмотрел до этого момента. Если вам нравится мой канал и вы хотите, чтобы видео выходили чаще, видео выходили качественнее и больше, просто сделайте доброе дело. Скажите о нем своим друзьям и прочим хорошим людям. Пусть заходят, подписываются и просто смотрят. Всем спасибо еще раз. С вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока!